Ну и, конечно, еще одна особенность нашего бытия, я здесь немножко такая, это самая ностальгическая часть, это были наши... Это, да, это будет обязательно. Это, если вы помните, конечно, вы же в 80-м году выпускались, да? Да. Вот, у нас, значит, как говорили, что самое главное не то, что вы инженеры, а то, что вы должны быть офицерами. А чтобы мы стали офицерами настоящими, мы должны были ходить строем. Вот, а поскольку строем не всегда получалось, особенно когда за булками хочется сбегать в булочную. За сайкой. Кругом стояли, значит, патрули, несчастные офицеры. Секи. Толстые, которых мы называли секами. Ну и вот, значит, песня об этом бедствии. Потому что, конечно, я сейчас, вот, поскольку сам уже как бы офицер, вот, представляю, что это достаточно тяжелая работа была у этих несчастных людей, которые должны быть одновременно преподавателями, там, докторами, профессорами. И тут им приходится бегать за курсантами, которые, во-первых, бегают быстрее. Во-вторых, это как бы совершенно не способствует укреплению авторитета этого человека. Вот, ну, неважно. Песня про секс. Не знаю, чем мы счастье такое заслужили. Наверное, тем, что Богу не молимся уже. И вот грехи за эти нас сети обложили. И держат сейчас в осаде на 5-м этаже. Свободные гулянья несбыточнее, чем сказка. С тупой душевной болью на мир в окно глядим. Выходим мы из дому с оглядкой и опаской. А может, в это время секач туда глядит. Нет проходу человеку. Слева сека, справа сека, сека сверху, сека снизу, за углом и за спиной. Даже если спать хочу я, под кровать метлой шурую. Вдруг он выглядит оттуда и в блокнот запишет свой. Мы многое сумели за 2 вот этих года. И каждый знает местность, как месяцы в году. Автобусы берут нас, не замедляя ходу. А спрятаться так можем, собакой не найдут. Зеленые береты, которые во штатах. Скорее разбегайтесь по... Скорее разбегайтесь по градам и весям. До нашей подготовки вам будет слабовато. Нас сети научили, их трудно будет вам. Нет проход человек, слева сек, справа сека. Сека сверху, сека снизу, за углом и за спиной. Даже если спать хочу, под кровать метлой шурую. Вдруг он вылезет оттуда и в блокнот запишет свой. Милорды и миледи, сидящие в огне, мы обратиться к вашей гуманности хотим. 2,5 года сидим мы в обороне. Спасите наши души, не дайте сгинуть им. Нет проход человек, слева сек, справа сек. Сек сверху, сека снизу, за углом и за спиной. Даже если спать хочу я, под кровать метлой шурую. Вдруг он вылезет оттуда и в блокнот запишет свой.